Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Не забудьте подписаться. И сегодня мы с вами готовим вкуснейшие, нежные и просто невероятные оладьи из кабачка. И да, они у нас будут сладкие, поэтому понравятся даже деткам. Нам понадобится один кабачок, примерно 2-3 столовых ложки сахара, немного соли, примерно 100 грамм муки и одно яйцо. Говорю примерно, потому что кабачки бывают разных размеров и разные по сочности, а это очень важно. Берем кабачок и снимаем с него кожуру. Обратите внимание, что у меня кабачок был достаточно большой. Кстати, если вы используете молодые кабачки, кожура у них очень мягкая, то ее в принципе можно не снимать, тогда кабачок достаточно будет хорошенько помыть. Затем кабачок натираем на крупной терке. Блендер здесь использовать не рекомендую, нам нужна именно крупная терка. Натертый кабачок перекладываем в глубокое блюдо и слегка отжимаем его руками. Нам нужно избавиться от лишнего сока, от лишней влаги, иначе наши оладьи будут разваливаться. Но несмотря на то, что мы отжимаем влагу, оладьи все равно получатся очень сочными и нежными, так что не переживайте. Теперь к натертым кабачкам добавляем яйцо, насыпаем немного сахара по вкусу, у меня примерно 3 столовых ложки, добавляем муку, у меня 100 грамм, и немножко соли. Еще раз повторю, что точное количество ингредиентов зависит от вашего кабачка. Затем наше тесто нужно хорошенько перемешать до однородности. Если вы увидите, что тесто получается слишком жидким, добавьте туда еще немножко муки, ну примерно 1 столовую ложку. Затем на сковородке разогреваем растительное масло, у меня оливковое, кстати, сковородку я использую блинную. С помощью столовой ложки выкладываем наши оладьи и жарим с двух сторон. Здесь все как обычно. Обращаю ваше внимание на то, что огонь должен быть очень низкий или средний, чтобы наши оладьи хорошо пропеклись внутри. Посмотрите, какие они получаются нежные и сочные в разрезе. Эти оладьи просто невероятные, они сладкие, насыщенные, их можно есть даже без соусов. Мы просто обожаем эти оладьи и в сезон кабачков готовим их достаточно часто. Уверена, что вам они тоже очень понравятся. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на мой канал.